Все началось с того, что одним холодным осенним вечером мой однокурсник говорит: «Гумоин, я, недолго думая, решил согласиться». Именно так началось наше путешествие по миру ванильного Майнкрафта. И всем привет, Графон Моро, наушников не вещает мой хороший знакомый Илюша, а игра, думаю, и в представлении нуждается. Это абсолютная чистая сборка, за исключением Птифайна. Помимо всего, в мире установлен пак из почти 700 ачивы, которые мы постараемся выполнить по ходу игры. Началось все с того, как это обычно бывает, мы заспавнились и начали страдать начали пытаться выживать, и буквально за каждое наше действие выполняется ачивка, что не может не радовать. Так как наше положение нас не устраивало, мы решили отправиться в поисках лучшей жизни и найти деревню, недалеко от которой можно было бы поселиться. Сразу прошу прощения за качество записи звука, с этим, увы, я ничего не могу поделать. Ладно, Попей, пойдем в деревню, сделаем сразу ферму железа. Тарзан? Ты серьезно? Ты получил ачивку за то, что прополучил Зеляну Тарзан? Серьезно? Опа, смотри, цветочный этот нашли. Да, называется ачивка «Зачарованный лес». Давай, может, цветы соберем. Тут вода, если что. Просто ачивки выполняются ни за что. Вот тут море, если что. Точняк. Нужно еще найти... Прям такое море глубокое, и на нем чтобы остров был, чтобы было как минимум меньше пещер. Ты хочешь мобу ферму? Там... Да, и на мобу ферму там будет здесь работать, не придется освещаться. А у нас какая уровень сложности? Ну посмотри, у тебя написано. О, а чё это у меня нормально, давай сложность. Давай заблочим. Все, я заблочил. Все, только хардкор. Бля, нам нужно кровать сделать, чтобы не сдохнуть. Ну а толку, я спать не буду. Бля, фантомы. Но в первую ночь, я думаю, не появится. В смысле ты спать не будешь? У меня нету кровати, как я спать буду, у меня есть кровати нет. Я крипера нашел. Представляю. 62 и... Погоди, я с крипером дерусь. Я, блядь, в пустом городе стал. 50 и минус 700. Я бегу, если что. Всё, у меня... Сытость кончилась, не могу бежать. Остановись, давай, блять. Давай, понял. Я сейчас в гору забрусь это. В смысле 700? Я еще на 100 блоков вперед в итоге убежал. Ты именно минус 800? Угу. Все, я не могу бегать. Хочу найти пещеру. Я в горе, короче, я закапываюсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Я тебе предлагал читы включить для того, чтобы мы могли телепортироваться друг к другу. Нет. Вот, пути, кто у нас вот такой. Ты свой член увидел? Остановись. Я стою. Не шути так много. У меня, чтобы ты понимал, 3 сердечка. 3 сытости. У меня 2,5. Ты бежишь? Сколько у тебя? Ты, сука, я тебя ударить хотел. Дурак. Выйди из мира, я ночью скипну. Садись, покатаюсь. На, въебало. Не залажу, а все. Вот там овца, чтобы тебе правку сделать. Слева по курсу сзади было. Все, мы далеко. Куда ты меня завел? Я тебя поздравляю. Тут ехать больше некуда. Сэм, не теряйся, Сэм. Я грибы нашел. Я в темном биоме, в темном лесу. Корды, говорю. Ёб твою мать. Минус 300, минус 600. Что? Минус 300, минус 600? Да. Как ты? Только что у меня был. Смысл минус 600? Стой, я не понимаю, какого у меня координаты, потому что тут, типа, они... Минус 664. Минус 318, минус 664. Охуеть. Мне пизда. Почему? Я заблудился. Останови. Я стою, ладно, я рублю дерево. Карда, корда. А, вот я тебя вижу. Ебать ты. Ты где? Везде. Ты где, блядь? Относительно на тебя, я в пизде. Ты внизу, что ли? В смысле? Ну-ка, корда опять. Минус 350, минус 570. Как так-то-то, блядь? Это только что видел.
А я слез с дерева просто. В смысле с грибов не падают грибы? 350. О, падают. Я рублю... А вот я тебя вижу. Эй! Смотри, смотри по сторонам, я них твой вижу. Я прыгаю. Ебанулся. Скажи кучу корды. Очень пугаешься. Съешь. Минус 350, минус 576. Бля, крипер. Сань! Ты где? Тут. Беги за мной. Да, я тебе сделаю кровать, посплю и... Мне кажется, ты быстрее меня. Тебе не кажется. Ты где? Нахуй нам грибы, блядь, я не понял. Чего мы хуйней страдаем? Не хочешь ломать деревья, я буду ломать деревья. Я люблю копать в этой игре просто. Ну вот, я буду деревья копать. Ты камень убить. А эту фразу мы, пожалуй, запомним. Сань, деревню нашел. Просто бежи, беги по иксу на минус координат. Я понял. Ну прямо я бегу. Да. В ту сторону, куда ты убежал, я помню тебя. Да, ну. Я пока убиваю живность. Болото видел? Да, я на нем сейчас. На болоте деревню нашел? В смысле деревню? Сказал, деревню нашел. Говорю, я на нем сейчас. Ты сказал до этого, я деревню нашел. Сядь, тебе приснилось. Ты серьезно? У меня запись идет. Сань, деревню нашел. Да тебе приснилось, серьезно? Такого не говорил. А может, у меня уже глючит. Тебе хотел наебать в итоге сам себя. А здесь же есть ачивка. Здесь есть ачивка на это. На 1 000 000 координат. Бежали. Попиздили, хуя. Еще раз, как мы сейчас бежим. Чего? Сники снич, что это значит? Кавы трипы. Сники снич, это типа, знаешь... Где хотя бы одна деревня, блядь, только 10 штук подряд построено, то не одна. Ты угорнешь, если я тебе скажу перевод. Подлый стукач. Так оно и есть. Я просто бегу, убиваю всю живность. Как его называют? Ну, нападают на вилджера. А, ну, а ванпост. Да, ванпост. Значит, где-то деревушка есть. На ванпосте можно ферму построить. Ты уже вверху? Что? Уебал меня нахуй! Ебать, реально тут много, Сань, не пизда, Сань. Ты мне тоже! Сань, как... Как спастись тебе? Не знаю, я импровизирую. Отвлекай их, Сань. Да я что делаю? Сейчас я спущусь, Сань. Я вижу. Ох, ебать, больно как. Я не допрыгнул до воды. Все, убегаем, Сань. Ищем деревню теперь и обстраиваем. Я их отвлек. Я молодец. Савчик. Эй, а это ты? Где теперь деревня? Может, чуть убавить. Блядь. Я тебе ускорение придал. Я наоборот остановиться хотел. Давай, у тебя больше джанки. Смотри, эти деревни. У тебя блоки есть? Нет. Я залезть хочу вверх. Нет. Серьезно? Да. У тебя блоки нет? Нет. Ты че ржешь? Где, блядь, ебаная деревня? Чё? Минус мир. Ты серьёзно? Бля! Ты серьезно? Я то есть все это время строил башню, чтобы ты отлагал? А где реально? Деревушка. Я вижу, знаешь что? Чё? Нихуя. Так и думал. Его поймать. Даже не сразу члены делать. По-моему, мы не справились.
Я сейчас побольше еще прорисовку поставлю. Прям в максимум. Я максимум сейчас поставил. 48 чанков максимум, и хули 64. А, я нашел деревню. Где? А, пошли. Покажи киркой, киркой, ты. Мы уже выполнили 54 и 40 человек. Да ты охуел, ты мне уже тогда. А где хоть один этот? Ебануться. Нас наебали, это не деревня. Я не вижу жителей, тут просто здание построено, но жителей нет.